Серега, открой. О, повалилась. Картошка, бля. Вот. С собой приперли. Вот надо дров будет для картошки. Сейчас еще вторая машина, бригада наша с лодкой подъехала. Сейчас надо вернуться. Они, наверное, а у них-то с мотором, у них легче там спускать. Не, ну там видишь, там эти красноярцы стоят. А? А, Серега? Ну, он взял еще. Да, это мы на мангал взяли. Ну, если вдруг взрываемся, плохо будет. Нам, по крайней мере, мясо пожарить, нам похуй. Расположились. Че, мимо, что ли? Туда едь, туда-сюда едь. А ты как дома? Как думаешь? Никак. Все так просто, что ли? Давай пятюню, посмотри нахуй. Ты на рыбалку приехал. Это у нас будет столовая, это Лепрозорий. Вот такой Лепрозорий будет. Еще матрас будет накачан. А что было это? Чехлы, грязь, пожалуйста. Вот они, Сережа, все. Все чехлы вот здесь. Стол, колечко, вот так, хоп, что за щелочки. А, ну, ну это понятно, это якобы это. Я просто, видимо, создал, что там есть. Я стулья вот просто. Вот так. А то он служит. Ну все, смотри, раскрепили же, блядь. Я им духу куда чуть денется. Ты не знаю, Сережа, кто собирал у нас? Твои сумочки в фильме? Жена с мамой.
зачурки? Да. Зелененькие, да, дровишки? Не пью в том году, но классно. Вообще классно. Сейчас назад сюда сдам, чтобы не таскать с дороги. Шиповник, да пофиг. Влюбленная парочка. Поплыли. Они здесь давно топчатся, я смотрю. По следам. А вон к нам второй экипаж плывет. Мед!
Тёма, поднимай мотор, я тебя затащу. Возле мужика, да, ее поймал? А? Возле мужика ее поймал. Правее чуть-чуть. Да. И Лёха вот здесь, вот получается, вот где вот там коряжка. Ага. Короче, ёбнула щучка, примерно такая же. До лодки, наверное, метров 5 не довел, и она ушла. А у него окунь ёбнул. Вы в один момент, в один такая раз. Такая же где-то, да? Да. В один раз это. Олега, в один раз. Валерка, ты ему понравился. Чё? Пацаны, это не угон. Там еще дальше, еще за ним провода. Нет. Да нет. Это не он, блядь. Посмотри. Все, тупик там. Да это... Там есть заезд, по-моему, или это нет? Это не старица, Леха. А там она так... Смотри, как оттуда вытекает. А? Все, мы... Тём, все. Здесь. Это не старица. Входим в старицу. Старый Берелюса. Намотал. Намотал. Что-то правда не оно. Это не она. Или она просто так обмелела. Лёха, перешей сейчас. А? Сейчас почищу. Она, пацаны, она. Здесь бы на веслах прошли. Замотал. Сейчас почищу, еще пойдем. Здесь можно было на веслах продернуть. Да пройдем, сейчас, Леха, не ссы. За эти деньги мне мотора не жалко. Так. Ой, я сейчас штаны сниму. Типа, заодно загораем, блядь. Не, вот это упал. Значит, сюда никто не заходил. Значит, никто сюда не заходил. Но на лодках, по крайней мере, только с берега. Зайдем. Под такую картину надо закурить. Серега, зажигалочку. Нихуя себе! Как отсюда сейчас выбираться?
Что-то тут уже громче и громче. Опа, спиннинг зацепился. Сейчас. Я знаю, кого надо. Че, спиннинг? Ну, твой. Сейчас Валера, я... Спиннинг. Вот ты в банку упал, Валера, Кива, банка. Тёма, а у тебя есть этот садок или что-нибудь? Только кукан. А? Убрали. Понятно. Надеюсь, он не один был. А я успею. Да, я тоже успею. Не может он один быть, да? По идее. Но. Толпой, огонь вообще толпой. Но, тем более он еще и возле лодки клевал. Блять, Валера, стой, отъедем маленько, стой. Ага, ага. Стой, 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 стой. Наманил. Чуть-чуть отъедем, нахуй. С лёту взял прямо. Да пойдет, мне хоть как. Щучка, щучка, да. Щучка. Ёбаная. С ручку. А? С ручку. Вытаскивай. Что, будем жрать ее? Я загласила, нахуй. Дай мне ее. Хорошо взяла. Стой. Я тебе сразу сказал, что щучка, нахуй. Видно, по, как ведет. Что, забираем? Да, конечно, хули она там. Она заглотила он по самый срак. Заглотила. Да посмотри. Да Тёма, блядь, дай я вытащу. Держи. Из-под кувшинок взяла, что ли? А? Из-под кувшинок. Я вот эти кувшинки хотел кидать. Я говорю, что надо откидать. Ёб твою мать. Я тебе говорю, так молодец, Валера. Заглажу сходу. Заебись. Серёжка, сдалась. Охуенно. Тёма, видел, да? Видел красивое. Голубая птичка какая-то. Точнее, бирюзового цвета. Это был первый раз.
Выходим в Чулым. Первый раз мы залезли туда. Вот приключений было. Кинулась, по-моему, петля. По песку идет. Да. Все, здесь залезло. А я не залезу. Дай дышу. Ебись, Сережка, вылазь, тут мелко нахуй. Не, на песках вылезу. Вот судачка взяли с утра. Сергунь, я тебе сказал, иди рыбачить. Я бы судака поймал. Ну. А я думал, этот подлетик более-менее нормальный. Там мелко было вот так вот, но сейчас вот поглубже. А вот это все равно я есть, полметра воды должно быть. Просто что крупный, видели, может крупный не будет, наверное, стоит. И покажется, ложка полторушка. Сейчас, Коля, нас первый экипаж отстыкует, и мы на лодке пройдем вот туда, до нашего лагеря, под берегу. А они пойдут по левому берегу от понтона. Вот солянка должна стоять, и вон здесь. Нам, лещей надергали одного судака, что-то пару щук натянули. Но это через пустые рукава. Повторяюсь, гладиатор 350, мотор ID 3,5, тащит лодку ракета РЛ-380. Против течения. Кушок. Хороший.
Хороший, ну. В три тройника, да? Дал. Покажи, Коль. С почином. Нифига, в три тройника дал. Алёха по ламинариям угорает. Он сказал, я, говорит, буду пока все ламинарии здесь не выловлю, я, говорит, никуда не поплыву. Вот мы сидим и ловим ламинарии. Покажите. Что там, килограмма 2,5 нормально. О. Ну давай, Тёма, покажи, что поймали. Выловили на 2,240 щучку. Тёма сейчас поймал на том берегу. А у вас все весы есть? Да. Давай туда поповешаем. Нормально. Блин, Лёха, подержи пакет. Сука, сейчас, бля. А, блядь. Хороший, хороший. Сейчас вон они где-то лежат. А где твой садок, Серега? А? Пусть они на фидера поймают. А, Серега, где твой садок? Я все уже, уже почистил, ё-моё. И судака, что ли, тоже? Да. Нифига ты, блядь. Я его посадил уже. И общий улов твой увесит. Ведро получилось, Серега? Ведро. Ведро? Да. Вот так вот. Один пенсия только ведро поймал. А мы что, Коля? Мирные рыбы. С учетом того, что вы выпили, Серега, это и нормально еще. А куда он спрятался? Серега, а куда ты спрятал свой улов? Вон, дай-ка. А. Вот, засолил Серега. Ух, неплохо получилось. Весна. Одно убрал. А, моя щучка. Сюда. Ну, вот он. Вот это? Это ваша щучка, вот он, судачок. Да брошу ее нахуй. Таким. И вот это ваше? Это Валерки. Валерки? Нет, там, по-моему, моя щука была. Да? Да. Твоя щука в трешках. Вес кинь. Мне надо сначала снять. Где это килограмм? Все, теперь вешаем. Да, 630 грамм. Это кишки все выкинуло. Но... Почищены. Чистого мяса, короче. Без мяса, да? Значит, ну, 800. Да. Вот, окушки, это щучка ваша же. Ну, 800 без кишков. Это Валерки. Валер. А, Валерка. Надо будет окушки, это щучка. Все, будем собираться. Ну что, потом? Потом? Я думал, ты мне уже заварила. Я и тебе даже не заварила. Нарыбачили. Серега, а надо было, ну ладно, целиком ведро твое, там соль уже. Да там нормально. Для одного-то. Ну и мы там окуней там, наверное. 7 дернули. Щучки 3. Я его пожарил еще. На работу захотел. Че, Коль, достанем лодку мыть. Ну. В следующий раз она выплывает с этим человеком на сплав. Недели через 2-3 там плюс-минус.